Президенту России Владимиру Путину было немедленно доложено о решении Верховного Совета Крыма. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как сообщает Нира Аксакал, одновременно парламентом Крыма принято решение о переносе всенародного референдума на 16 марта. Напомним, что ранее референдум предполагалось провести 30 марта. Уже на следующей неделе на голосование будут вынесены два вопроса. Необходимо ли Крыму вернуться к Конституции 1992 года, а также войдет ли Крым в состав России.